Лево. Лево, дальше. Дальше. Дальше, Умка. Резвые хаски мчатся по лесу и везут в санях маленьких посетителей парка Раздолье. Для них это незабываемое приключение. Три многодетных семьи пригласили сюда в День добрых дел. Эта акция в этом году стала традиционной и теперь будет проводиться ежемесячно. Я, конечно же, сразу согласилась, потому что люблю с детьми проводить время как можно больше, как можно чаще люблю с ними гулять и увидеть что-то новое и интересное. Для нас всегда это радость. В семье Ольги Меньших из Голицына четверо детей. В парк Раздолье приехали впервые. Мальчишки вдоволь накатались на тюбинге с горок. На коньки встать побоялись. А вот сестра давно мечтала опробовать лед. Детям понравился тюбинг очень. Такая горка крутая, прям высокая. Очень понравилась. Дочка очень хотела на коньках попробовать кататься. Вот она тоже рада и счастлива. Она так давно мечтала, мы весь Новый год смотрели, как дети катаются на коньках, и все никак у нас не удавалось вырваться. А тут прям вот все, у нее мечта исполнилась. Исполнять детские мечты – это и есть настоящее доброе дело. Многодетным семьям выбраться на отдых не так-то просто. Благодаря совместной акции парка Раздолья и органов социальной защиты сегодня для них организован даже трансфер. Добирались на социальном транспорте, который предоставила нам соцзащита. На «Газели» перевозим мы инвалидов, трудномобильных граждан, пенсионеров и деток. После насыщенной прогулки горячий чай и сладости. Домой малыши повезут массу положительных эмоций и мечту вернуться сюда вновь. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».